В это воскресенье свой профессиональный праздник отметят сотрудники органов внутренних дел. Службе исполнится 96 лет. Раньше до масштабного реформирования праздник назывался Днем милиции. Чувашских полицейских по традиции поздравили накануне официального праздника. В Театре оперы и балета в их честь устроили торжественный вечер. Охрана общественного порядка является приоритетом государства. Любой человек, каждая семья хочет жить в безопасности. Поэтому мы, органы власти, должны обеспечивать охрану общественного порядка. Здесь участвуют и руководители других правоохранительных органов государственной власти. Я хочу выразить слова благодарности всем тем руководителям, всем сотрудникам органов внутренних дел. Их служба и трудна, и опасна, но несмотря ни на что, они выполняют свою работу. Чувашское министерство внутренних дел уже давно признали одной из самых эффективных силовых структур. В республике наметилось заметное снижение преступности. Уменьшилось количество квартирных краж и разбойных нападений. Но порядок чувашские полицейские наводят не только у себя дома, но и за пределами региона. Вот уже 20 лет они несут службу на Северном Кавказе. В этом году из опасной командировки не вернулись два человека. Они погибли от взрыва бомбы, которую пытался провести на территорию отдела полиции террорист-смертник. Недавно полицейских представили к ордену мужества. Сегодня почетные награды и благодарности вручали и другим офицерам. Все они проявили мужество при исполнении своего служебного долга. Дмитрий Ковалев и Евгений Анисимов. Республика.